5 апреля Казанский федеральный университет посетила делегация Магдебургского университета имени Отто фон Герике. Основной целью визита стало дальнейшее сотрудничество двух вузов. Мы сегодня приближаемся к модели университета так называемой 3.0, когда мы не только занимаемся подготовкой специалистов для тех или иных отраслей, не только проводим в этих направлениях исследования, но и создаем собственные площадки для трансфера технологий. В частности, я знаю, что этот элемент у вас тоже присутствует. У нас имеются площадки для клинических исследований, для Института фундаментальной медицины и биологии. Имеется собственная клиника. Мы сегодня реализуем проект по созданию опытного производства по фармсубстанциям. Накопленный опыт взаимодействия Казанского университета с немецкими вузами в научно-образовательной сфере послужит основой для решения поставленных перед университетом задач. Так, например, основными направлениями в сотрудничестве с Магдебургским университетом является развитие научного, инновационного и кадрового потенциала университета за счет участия в крупных совместных научно-исследовательских и научно-технологических проектах, разработка совместных образовательных курсов, в том числе дистанционных, а также создание сетевых образовательных программ и, несомненно, приглашение ведущих ученых из немецких вузов для ведения преподавательской деятельности в КФУ. После завершения переговоров Ильшатом Гафуровым и ректором Магдебургского университета Йенсом Тракльян было подписано соглашение, которое даст старт дальнейшим отношениям двух вузов. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.